доброго всем времени, приобрел на новогодней распродаже стабилизатор. Спешу поделиться впечатлениями. Признаюсь, были опасения, уж больно дешево, но опасения не оправдались. На сегодня цена меньше 3000, я же брал за 2200. Это воистину самый дешевый стабилизатор. Ну а если он ничем не уступает, зачем платить больше? Фрукт, фрукт. Сиська, сиська. Цветок, цветок. То же самое, мать твою. Да, капитан, они довольно похожи. Я уже объяснил, это работа Адриана Ханемана. Шедевр без сомнения. А это просто мерзость. Предположение, что их ценность как-то взаимосвязана, противоречит всем законам здравого смысла. Фрукт, фрукт! Сиська, сиська! Итак, посмотрим, что к нам попался за фрукт. Три оси стабилизации, как у всех. Кнопка включения, кнопка спуска, три положения стабилизации и джойстик. Крепление к штативу, зарядка. Все как по классической схеме. Каких-то существенных отличий я не нашел. Работает отлично. Если хотите снимать, нельзя включать его без телефона. Сначала устанавливайте в таком положении телефон. Регулируйте, чтобы он примерно в том же положении оставался, сдвигая его по длине. Здесь есть специальный крепеж, можно двигать. И тем самым уравновешивает центр тяжести. После чего только можно включать, иначе он у вас без телефона начнет скакать, прыгать и может поломаться. Вам это не надо. Ну вот и все. Самый дешевый и не самый плохой, точно, стабилизатор. Я доволен. Что нам показал тест? Камера телефона, в принципе, хорошо справляется с стабилизацией. Но за счет детализации. Сдвигая картинку, теряется качество. С ручным стабилизатором этого нет. Еще к нему можно крепить экшн-камеру. Вместо телефона через переходник сюда также крепится экшн-камера. Камеру заказал. Придет из Китая скоро. Надеюсь, тоже сниму обзорчик. Обзор не рекламный. С моим количеством подписчиков, кто мне что даст. Купил за свои. Что есть, то рассказываю.
Вроде все.